Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас познакомлю с искусством квиллинга. И мы создадим с вами красивую композицию. И для этого вам понадобится цветная бумага, клей ПВА, картон для основы, линейка, зубочистки и ножницы. Можно воспользоваться уже готовыми полосочками. Бывают в наборе такие полоски разных цветов. Если же у вас нет такого набора, то можно взять обыкновенный лист бумаги. Лучше всего для ксерокопии. И расчертить полосочки размером по 5 мм. Вот что я уже и сделала. Я нарезала разные полосочки из цветной бумаги. Они не слишком узкие, не слишком широкие, будут удобны при работе. Мы будем делать красивый цветок. И для основы я взяла картон голубого цвета. Давайте согнем его пополам. Разрезать не будем, так как это впоследствии может быть открытка или просто поставить красивую композицию. Дальше мы начнем крутить спиральки. Для этого я возьму дополнительный лист, чтобы стол у нас остался чистым. Беру зубочистку. Можно положить линеечку. И начинаю плотно накручивать. Если у вас есть специальный инструмент для квиллинга, можно воспользоваться им. Накрутила и отпустила. Можно немножко расправить. Получается такой завиток. На кончик завитка мы капаем немного клея ПВА. Для этой работы лучше всего подойдет ПВА, жидкий клей, а не клей-карандаш. И у нас получается вот такой завиток. Потом мы его сможем немножко согнуть, как нам необходимо. Но для работы нам нужно большое количество таких завитков, чтобы мы могли сделать красивую композицию. Берем разные цвета и начинаем крутить. Thank you.
После того, как я скрутила первых 6 спиралек и одну плотно закрученную полосочку, я могу сформировать цветок. Если придерживать и зажать с одной стороны, то у нас получится вот такие капельки. Если я зажму с двух сторон, то у нас лепесточки будут остренькие. Поэтому кому как больше понравится, придавайте форму. Из этих форм мы сделаем цветок. Теперь возьму основу. Также ПВА клеем аккуратно, наношу, ставлю в центр, беру лепесточек, аккуратно наношу на завиток. Теперь зажимаю каждую капельку с одной стороны. Thank you.
красных завитков я сделала не 6, а 12. Теперь смотрите, с одной стороны я зажимаю завиток, а с другой стороны вдавливаю вовнутрь. Получаются вот такие симпатичные сердечки. И я буду приклеивать их между лепесточками. Такой красивый цветочек у нас получается. Сейчас с помощью зеленых я добавлю еще завитушек. Согнули пополам и подкрутили сначала одну половинку. Расправили немного. Потом другую половинку. Можно в одну сторону, можно в разные. Тоже расправили. Получается вот такая завитушка красивая. Сейчас нанесем на нее клей. И приклеиваем. Белый клей ПВА потом подсохнет, его видно не будет. Он станет прозрачным. Поэтому, если немножко он где-то выглядывает, ничего страшного. Согнули еще раз пополам. И сделали еще завитушек. Также можно добавить листиков, бабочек. Все по вашему желанию.
Вот такой квиллинг цветок у меня получился. Желаю вам творческих успехов. До свидания.